Это как взрыв. Ничто с этим не сравнится. Даже секс. Никому не двигаться! Морду в пол! Мы экс-президенты. Это переломный момент. Здесь ты на грани жизни и смерти. И без выкрутасов. Неплохо умереть за то, что ты любишь. Живешь по полной? Плати полную цену. Спасибо, леди и джентльмены. И прошу вас, не забудьте про выборы. Ты хочешь их поймать и быть великим героем? Ну а как же? Экс-президенты, серферы. Хочешь сказать, ФБР выкинет бабки на мое обучение серфингу? Страх – твой лучший друг. Он подскажет тебе, когда твои худшие кошмары станут реальностью. Это будет великий день, Джонни. Ты будешь вести себя как серфер, ловить волну, снимать телок. Девушек. Че сказал? Правильно говорить девушки, сэр. Адиос, амиго! Стопроцентный чистый адреналин. Прошла херова туча времени, и что интересного вы можете сказать? Я сегодня сделал свою первую трубу. Сэр. Внимание! Здесь заканчивается территория Техаса. За ее пределами законы Соединенных Штатов не распространяются. Удачи! Хаос нашего мира глубок и непостижим. Нам кажется, что мы его понимаем. Но это не так. От режиссера фильма «Девушка возвращается одна ночью домой» Анны Лили Амирпур. Все мы здесь. Были недостаточно хороши. Недостаточно умны. Недостаточно молоды. Все твои поступки привели тебя сюда. Ко мне. Мы с вами плохая партия. Чего ты хочешь на самом деле? Хочу принести какую-нибудь пользу. Джейсон Момоа. Киану Ривз. Джованни Рибизи. И Сьюки Уотерхаус. Видишь ли, хороший ты или плохой? Зависит от того, рядом с кем ты стоишь. Плохая партия. Сегодня перед вами дело довольно простое. Обвиняемый Майк Ласситер зарезал собственного отца. Он не может сесть в тюрьму. Вначале всегда все кажется плохо. Дело выглядело безнадежным. Майк оставил отпечатки на ноже. Признал вину. Он сказал... Я убил его, но я знал эту семью и был уверен, что Майк может быть оправдан. Отец всегда был со мной строг, всю жизнь. Мой муж был исключительно жесток. Простое дело. Нет полноты картины. Возможно ли, что он скрывает правду? Я не понимаю, что вы имеете в виду. Тень сомнения. Майк видел, как ваш муж вас избивал? Да. Идеальная ложь. Что, если Майк не убивал отца? Я вынужден его защищать, не зная всех фактов. Откуда нам знать, что так и было? Киану Ривз. Будем держаться стратегии. Рене Зельвегер. Ты словно ее оберегаешь. Я попросил тебя помочь защитить парнишку.
Его вообще не должны судить. Эти показания явно были отрепетированы. Все свидетели лгут. Вам лишь остается определить, почему. Только правда. Скоро в кинотеатрах. Ну что, готово? 280 мяса, 350 макароны, 150 булочка, 75 это масло. Ты прям калорийный человек дождя. Это не завтрак. Кофе тоже. Много упражняешься. Я не смогу тебя лечить, если ты не хочешь жить. Отличная речь. И я здоровая. У тебя все под контролем. Правда прикольно? Это торт. Я сильная. У тебя все под контролем. Я все контролирую. У тебя все под контролем. Ты цела, детка? Просто голова закружилась. Приветствуйте, наша новая гостья Эллен. Привет. Обалдеть. Как ты это делаешь? В смысле, ешь? Врать не буду. Я пи***ц какой голодный. Мам, ты будто привидение. Я немного злюсь. Это ведь и моя жизнь, и меня лишают... сестры. Что с тобой происходит? Я просто не вижу смысла. Люди говорят, что любят тебя. Но на самом деле любовь к тебе просто возвышает их в собственных глазах. Я даже не знаю, с чего начать. По всем пунктам херня. Увлекательно, смешно и душевно. Если так пойдет и дальше, однажды ты не проснешься. Я не могу остановиться. Когда услышишь этот голос, скажи ему, чтоб шел в жопу. Пошел в жопу голос! Пошел в жопу! Неожиданно лиричный и трогательный. Скажите мне кто-нибудь, почему мы здесь? Потому что мы живы. Молодец! Лили Коллинз, Кэрри Престон, Лили Тейлор и Киану Ривз. Некоторые из них вроде ничего. Когда-нибудь у них даже может быть какое-то подобие жизни. Я слышу в твоих словах оптимизм. Я сказала подобие. До костей. 14 июля. Когда ваши жены решились на терапию для семейных пар, разве так вы себе это представляли? Ну, естественно. Мы же парочка пар, а что не так? Билл, Тед, хватит уже этого бреда. Вы не путешествовали во времени, и вы не были в раю и в аду. Займитесь настоящим делом. Будьте примером своим дочерям. Найдите нормальную работу. Билл, всю нашу жизнь мы пытались объединить весь мир. Я так устал, чувак. Тед, от судьбы не уйдешь, чувак. Ого! Ух ты! Приветствую, мои кайфовые друзья. У нас проблемы. Подойдите. Песня, созданная Престоном Логаном и сыгранная сегодня, спасет реальность, какой мы ее знаем. Ого! Чувак, надо скорее написать песню. Или погнали в будущее, где она уже написана. И стырим ее у самих себя. Только это ведь плагиат. Ништяк! Какой же это плагиат, если мы стырим ее у самих себя? Скоро на экран. Наши отцы попали в переплет. Свет! Свет! Нужно их спасать! Да чтоб вас! Как же духа, Билл и Тед! Мы собираем самую убойную группу! Хочешь нашу группу? Das ist sehr fantastisch! Киану Ривз. Мы договоримся со смертью. Он играет в классике сам с собой. Он мухлюет. Как же туха смерть? О, популярная группа «Дикие жеребцы». Зажигаем! Алекс Уинтер. Давайте балдеть вместе. И тусить до упада. Билл и Тед. Тея! Билли! Отцы! Как делишки? Ну мы типа умерли. И мы в аду. Ну а вы-то как? Мы в порядке. Давайте балдеть вместе в 2020-м.